Корпус навигатора имеет привычную форму, а толщина составляет около 12 мм. Передняя панель полуматовая, и это хорошо, так как зеркальные поверхности здорово бликуют на солнце, что при движении в автомобиле очень нежелательно. К несчастью, при покупке многих пользователей заботит только внешний лоск устройства на полке в магазине, и они совершенно не думают, что в реальной каждодневной жизни это совсем неудобно. Многие производители это понимают, стараясь сделать свои продукты практичными и привлекательными одновременно. Весь остальной пластик в данном случае выполнен в черном цвете, а его поверхность покрыта мелким ворсистым напылением. Не будем первооткрывателями, если констатируем факт, что со временем оно здорово вытирается, особенно на углах и торцах. Конечно, на скорость не влияет, однако о данной особенности следует помнить. Справа можно увидеть разъем мини-USB для зарядки или обновления контента, слот для опциональной карты microSD, если имеющихся 4 ГБ памяти будет не хватать, выход для наушников и специфический разъем для работы камеры. По результатам практического использования GoClever Neveo 700 Cam получает достаточно высокую оценку, хоть без некоторых шероховатостей и не обошлось. Во-первых, устройство характеризуется неплохим качеством изготовления и вполне прочным корпусом. Во-вторых, стоит отметить отличную программную составляющую. Все сделано просто, но при этом продуманно, что будет удобно для использования в условиях автомобиля. В-третьих, навигатор оснащен достаточно мощной электронной начинкой, за счет чего все работает очень шустро, и только видео иногда подтормаживает. В-четвертых, используется хороший дисплей с широкими углами обзора и громкий динамик. Наконец, в-пятых, отдельного внимания заслуживает беспроводная камера заднего вида. Решение, на наш взгляд, получается весьма спорным, так как нет явного превосходства над классическим парктроником, который можно было бы встроить за те же деньги. А также остается открытым вопрос воздействия внешней среды. Но камера, безусловно, является фишкой, выделяющей GoClever Neveo 700 Cam из серой массы. Стоимость навигатора в розничной сети составляет $250.